Давай быстрее, брат, налей за бизнесменов и врачей, за музыкантов и воров. И участковый, будь здоров. У нас в Дубае чай пьют с маленьких чашечек. Примерно с таких. Ну да, расскажи, чай. Ну, похоже на коньячок. Ну да, ну сейчас попробуем. Ну. Пиалка. О, 5 звездочек. Сок. Всем привет. Полный сок. Хорош коньячок. Аж прослезился. Всем привет. Иди закусывай. Ой, закушу, а то сейчас свалюсь. Очень. С 48 этажа. Кстати, кто не знает, это башня Халифы. Я должны были называть башню Дубай, но решили называть башню Халифы. Решили, он бы денег не дал. Да, он просто дал денег, помог тому эмирату. В тяжелые времена, в 2008 году. А справа, где заканчиваются огни, начинается Персидский залив. Где у нас заканчивается? Между башней Халифы и Персидским заливом. Между прочим, на центральной улице Дубая Шейх Заед Роу. Шейх Заед Роу, да. Всеми нами не любимым. Между прочим, 7 полос в одну сторону. Я 5 раз считал, таки до 7. Да, 2 часа ночи. Вот Дубай, который никогда не спит. Ага. Мы попьем коньячку в номере за приезд и пойдем куда сегодня? На Синий Бич поедем? Да, в Атлантис. Ну, Атлантис, на Синий Бич, да. Все, пошли собираться.